Хасан Амран, Сирия. С песней о любви. Болгария. С 85 года он работает уже на профессиональной сцене и очень часто выступает дуэтом со своим братом. Очень удачным стал для Дэйна 93-й год, когда на конкурсе «Золотой Орфей» он стал обладателем гран-при за песню «Посвящение» и также лауреатом первой премии за свою авторскую песню «Мечта, «Любовь-мечта». И вот буквально 10 дней тому назад вновь на фестивале «Золотой Орфей» он завоевал сразу первое и второе место за исполнение болгарской песни. Итак, на нашей сцене Дэн Неделчев, Болгария. Надо сказать, что к нам на фестиваль Дэн приехал при помощи спонсорской поддержки музыкально-издательского дома «Балкантон» и музыкального дома «UBB International». Дэн Неделчев, Болгария. Сейчас какая, да и не знаю, но верь, между нас любовь такая. Куда ушла сейчас, какая, да и не знаю, но верю, между нас любовь такая. Я жду, и ты придешь, и солнышко согреет, и давнешняя ложь поймать нас не сумеет. Я жду, и ты придешь, и солнышко согреет, и давнешняя ложь расстать нас не сумеет. Теперь уж ты со мной, и знаю, вечно будешь моей навсегда с тобой, любви той не прогонишь. Теперь уж ты со мной, и знаю, вечно будешь моей навсегда с тобой, любви той не прогонишь. Я жду, и ты придешь, и солнышко согреет, поймать нас не сумеет. Я жду, и ты придешь, и солнышко согреет, и давнешняя ложь расстать нас не сумеет. Дэйн Неделчев, Болгария. А сейчас группа РФК из Франции. Дидье, Паскаль и Давид. Это три молодых человека из пригорода Парижа. Они очень увлеклись стилем панк. И в 83-м году они создали свою группу. Они очень долго искали и шлифовали свой стиль, выступая в известных клубах Парижа, Марселя, Лиона и Бордо. Да, и с приходом в группу нового ударника Бенуа их музыка начинает развиваться под влиянием Aerosmith и Металлики. Как считают музыканты, сейчас они исполняют обыкновенный жесткий рок. Видимо, поэтому они так и одеты. Итак, мы начинаем церемонию награждения дипломантов и лауреатов 4-го Московского международного телевизионного фестиваля «Ступень». Вручается Дэну Неделчеву, Болгария. Дипломантом нашего фестиваля стала также на фестивале обладателем третьей премии стала Эвелина Балчева, Болгария. Топлены художниками Дядьковского хрустального завода, постоянным спонсором нашего фестиваля. Это один из старейших заводов России, в 90-м году ему исполнилось 200 лет. Очень часто также этот завод удостаивался международных наград за свою продукцию, за качество, красоту и совершенство. Итак, следующие награждается группа РФК «Франция». Они становятся лауреатами третьей премии.
международных наград за свою продукцию, за качество, красоту и совершенство. Итак, следующие награждается группа РФК «Франция». Они становятся лауреатами третьей премии.